Сыграли хорошо. Разминка и шоу. Ну только так мы сбоем себя. Когда время есть, с тобой. Опа! Ой! Извиняюсь. 3-2. Ууу, 3-5. О, давай, давай, давай! 6-6. Итан, я в порядке, я же говорил. Бац, ракеткой ты смотришься вообще. Вот моя коробка. Ну, да? 2-4. Подписывайте меня на себя. Дай на твой шатык. Ой-ой-ой. А вот что делать тут? Вот так. Спасибо, мне главный секрет, и главное это ракета. Подожди, только ты одинаковый называешь. Не-не-не, в другую сторону. Три одинаковых. Не разменялся, Дима. Да, я возьму. Боже, не только вы начали. Опа! Где? Я пойду секрет. Надо секрет узнать. Наша задача была не позориться. Надеюсь, мы с ним справились. Желаем ему дальнейшим успехов, удачи. И в свою очередь приглашаем их теперь же к нам в гости на стадион, чтобы поиграть в футбол. Спасибо тебе. Притопываете это вот для чего? Можно по звуку определить. Ну, то есть как я бью по мячу. Чтобы не было, как бы, звука не было никакого от ракетки, я ногой топаю. Потому что если ты будешь там нижнее вращение, будет слышно, что ты его играешь. Смутить соперника. Да, а если ты там без вращения подаешь, то это будет прям без звука такая. Классно. А топаешь как бы, ну, смущаешь. И лишнее движение потом тоже просто так для вида.